Всем привет. Продолжаем ходить по залам главного штаба Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Сад в Бардигере. Клод Мане. Холст масла 65 на 81. Написано в 1884 году. На картине изображен сад со средиземноморскими пальмами и цветущими кустами на переднем плане. Из-за деревьев выглядывает колокольня церкви Святой Марии Магдалины. Картина написана в 1884 году, когда Мане предпринял путешествие на юг Франции и в Италию и на некоторое время остановился в городе Бардигера, что расположено в Италии, недалеко от французско-итальянской границы. Здесь им за 79 дней было написано 38 картин. Все прекрасно, каждый день пейзаж еще краше, и я очарован городком, писал художник своему Маршану, продавцу картин Дюран Рюэлю в Париж. Первоначальный размер картины был впоследствии изменен. При исследовании холста в реставрационных мастерских Эрмитажа оказалось, что справа полоса живописи шириной не менее 6 см загнута за подрамник, причем холст обрезан прямо по краске, и кромка не сохранилась. Следовательно, картина была еще шире. До 1945 года картина находилась в коллекции Отто Крепса. Во время Второй мировой войны была захвачена советскими войсками и отправлена в СССР в счет репараций. Долгое время хранилась в запасниках Государственного Эрмитажа и была показана лишь в 1995 году на Эрмитажной выставке трофейного искусства. Как я сказал, сейчас она выставляется в здании главного штаба Эрмитаж Санкт-Петербург. Ну вот такое описание к работе Клода Мане. Работа называется «Сад в Бардигере». Пока-пока, до свидания.